рекординг. Я уже это сделал. Алло, да-да. Да. А скажите, мы каждый в отдельности можем рекорд, каждый сам по себе или нет? А сейчас, одну секундочку, тогда я... Это просто для интереса, я не собираюсь это делать. Да, можно. Одну секундочку. Вот тут управление, когда... Так, а где же пауз? Пауз. О, все, по крайней мере, у меня работает. Вот, значит, жизнь в морях и океанах, как стало известно, со страшной скоростью убывает. И буквально недавно я наткнулся на такой, это было в CNN, на сайте CNN, World Wide Fund, ну, короче, это что-то, относящихся к Мировому банку развития, они утверждают, что все там биологические виды, и простые, и самые продвинутые, примерно в 50, в два раза их стало меньше за 40 лет. Да, за немногим более. Потом здесь вопрос, можно, значит, их количество... Да, я предлагаю так. Такую схему до конца одного слайда доходим, обсуждаем, и если можно. Хорошо, Александр? Хорошо. Вот. И, значит, и в этом докладе, и даже если вы зайдете на Википедию, объявляются те причины, которые мы постоянно слышим на новостях, что... вот эти заросли там хороших растений на берегах, там строительство идет или осушается болото, которое к берегам примыкают, и загрязнение, и повышение температуры, и углекислый газ там разрушает оболочки разных существ, у которых ракушки, как основная причина. И та причина, о которой я думаю, она если где-то спрятана в углу, ее обсуждение есть. Но вот на первых страницах и даже в Википедии вы ее, к сожалению, не увидите. А у меня большое подозрение, что это просто ну, очень доминирующее. Может, это 90% от эффекта именно с ней связано. Вот. И почему... Что наталкивает на меня на размышления? С одной стороны, жизнь убывает, а с другой стороны, есть Азовское море, например, которое одно из самых загрязненных, и там углекислый газ, и все. И вот тут я нашел продуктивность разных морей, сколько килограммов рыбы с гектара собирается. Урожай с гектара. Мне трудно точно сказать, или вырастает, или действительно вылавливают. Ну, порядки одни и те же. Вот в нашем родном Средиземном море полкило с гектара, в Черном море 2, вот в Северном Каспийском 30, а в Азовском 80. Вот вам причины загрязнения, углекислый газ и все прочие вещи. Это только я задаю вопрос. Да, Александр, можно еще один слайд? И тогда да, мы хорошо, обсудим. Да. И вот я на карте обозначил Азовское, нашел Азовское море, это Google Maps. Спустился почти вертикально до экватора и нашел водоем, который даже немножко похож по размеру. Кто скажет, что это за водоем, если не смотреть? Ну, озеро Виктория. Вот это совершенно самое. Верно, да. И тут даже линия экватора. Видите, оно почти... Даже не знаю, что я прочитал. Да, ну, люди грамотные. Оно ну, почти на экваторе. То есть там, к тому же, и довольно жарко. Хотя я не знаю, может, оно там... какое-то возвышение имеет над уровнем моря, но все равно, я думаю, достаточно жарко. Имеет. И вот мы смотрим уловы
в этом районе. Там же в Африке очень быстро растущее население и прогресс. Вот в 71 году 2 килограмма с гектара вылавливали, в 85-м 41, в 2014-м 74, уже как в Азовском море. Люди посчитали, посмотрели, сколько там рыбы, биологи, и увидели, что в принципе и 300 можно вылавливать, потому что вырастает 800. И много статей о том, что там страшно, чуть ли не сотни миллионов на берегу этого озера, там несколько стран, по-моему, граничит, если вы обратите внимание. Танзания, Кения, да. Уганда. Уганда, да. Страшные, я извиняюсь за русский язык, полюции, загрязнения. Загрязнения. Вот. И вот 800 килограмм, а в Средиземном море, которое, ну, относительно, наверное, самое чистенькое из этих всех, хотя тоже не идеально, каких-то полкило. И почему же это так? Почему вообще я начал думать на все эти темы? Потому что я в Хайфе... Ой-ой-ой, кашель таки возвращается. В Хайфе провел довольно много лет в Израиле. А в детстве любил ловить рыбу, когда был школьником. И мне было грустно. Я выходил на набережную, видел, рыбаки сидят, но там пару рыбок в ведре, он целый день просидел. А может, и пустое ведро делал. И я задумался, почему. Ну, задумавшись, почему, начинаешь думать о пищевых цепочках и о планктоне, да? И просто залез в Google и поискал, а есть ли карта распределения планктона в морях и океанах? И нашел вот эта карта. Значит, как вы видите, там, где много планктона, 10 миллиграмм на кубометр, это красный цвет, а 0,2 или 0,1 это уже синий и фиолетовый, да? Вот наше родное Средиземное море, оно в южной своей, в восточной половине синее, а ближе к нам даже такое много фиолетового. К сожалению, эта карта, что я нашел, она с таким умеренным разрешением. Но я для себя сделал еще одно открытие, что оказывается вот в этих экваториальных морях, про которые много книг, и акулы, и прочее, я думал, что там кишит. А вы видите, что там фиолетово. Это пустыня. Это пустыня. Александр, я уже перегнул палку сильно. Вопрос маленький, значит, в два раза уменьшилось что, количество видов или количество... Все, и биомасса даже порядка в два раза. Биомасса, да. И кораллы, жутко, коралловые рифы, вот этот большой коралловый риф на востоке Австралии, да, который тысячи километров, у него ужасное разрушение. В общем, катастрофа, по-настоящему катастрофа идет в океане, это не шутка. И мне кажется, что это не из-за бутылок, не из-за консервных банок, и даже не из-за сжигания нефти. Да, да. А покажите, пожалуйста, что такое Северное Каспийское море? Что имеется в виду? Ну вот, перед тем, как перейдем к Северному... Ну, во-первых, вот Каспийское море. Видно? Ну да, да. Оно красное. Это небольшая часть, да? Это ну, очень... та часть, где река Волга впадает, хотя Волга, мы уже перейдем к этому обсуждению. Река Волга и река Урал. Да. Угу. Значит, Аарон правильно говорит насчет реки Урал, потому что это будет важная часть нашего обсуждения, горные реки, да? Угу. Но теперь вы понимаете, как я нашел Азовское море и озеро Викторию. Угу. Я вас обхитрил. Да. Вы стали смотреть, где максимальное количество это самое. Да, я посмотрел, где самые красные пятнышки. Угу. Вы не дальтоник, так вам хорошо. Да. Да. Одну минуту. Я вижу, что сейчас, насколько я вижу, довольно очень высокое в Балтике. Да, 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 да. Вот в северных морях ситуация получше.
Все, видите, тут вообще огромный регион. Существенно лучше. На севере он прекрасный. Единственное, что там как бы много питательных веществ. Мы еще обсудим, почему мало фитопланктона, допустим, в экваториальных океанах. Да, мне, кстати, тоже вопрос, потому что там я вижу, что вот во всех этих там вот вокруг Гренландии, вот север Канады, вот все эти там Баффин пролив и так далее, там-то очень высокий, хотя там, между прочим, полюции никакой нету, загрязнения. Ну, вот где нет, а где есть? Ну, мы там в северной Гренландии, вот тут я вижу красное. Даже. Мы к этому еще вот вернемся. У меня вопрос просто, а каким образом это может быть? Мы еще вернемся. Это я только... Это я только, как говорится, ваше любопытство разогреваю. Я расскажу пару мыслей, и потом мы еще раз будем обсуждать. Пока одно наблюдение, что есть вот эти удивительные рыбные маленькие моря и озера, есть совершенно пустынные океаны. Значит, почему океаны пустынные? В них живые существа съели нужные минеральные вещества. Оказывается, самое критическое минеральное вещество – это фосфор. Первое – фосфор, а есть еще кремний и железо. Вот это три. Есть еще азот, но азот интересен тем, что там правильные организмы могут его усваивать из воздуха. Поэтому его приток, он менее критичен. А вот фосфор, кремний и железо, как мы выясним, это очень важные вещи. И сейчас я в первый раз делаю эту. И, значит, мысль такая, что вот это все дело, оно в большой степени притекает с реками. Хотя потом я расскажу, что в океанах есть еще один процесс, который позволяет без рек иметь большое количество концентрации веществ. Например, я вам пример приведу Эйлат. Да, там много рыбы. А вот юг Красного моря, это Шарм-эш-Шейх, это там или Эйлатского залива? Шарм-эш-Шейх как раз север, это Синай. Он Красного вот здесь, моря, да? Это там, что там, по-моему, это Эритрея. Вот то, что вот тут. Да, вот. Значит, тут тоже должно быть красное пятно, просто масштаб, к сожалению, у этой карты плохой. Если кто-то найдет более детальные карты нашего района, будет отлично. Да там нету реки никакой, правильно? А? Там нету никакой. Да, нету. Вот я ваше любопытство еще разжигаю дальше. Что есть места, где нет никаких рек, но тоже много жизни. Вот, допустим, острова Мальдивы маленькие, они находятся в Индийском океане, в отдалении от всех берегов, и тоже кишит жизнь там. Вот. Хорошо. Я вас заинтриговал чуть-чуть, и часть проблемы мы решили. А все-таки связано с реками довольно сильно, и я подумал, что раз нет веществ, значит, что-то с Нилом произошло. Я вспомнил, что Асуанскую ГЭС Никита Сергеевич помог строить. Там сначала, оказывается, англичане хотели строить, а потом в 56-м году Египет признал какую-то страну, в которой Англия была в страшном конфликте. Я забыл, какую. Оказывается, вот эта война 56-го года. Может быть, это связано с Алжиром, наверное? Нет, какую-то другую страну я найду, я потом вам расскажу. Почему Алжир? Нет, какую-то страну Египет признал, и Англия на него так страшно обиделась, что перестали этот проект поддерживать. И Никита Сергеевич пожалел, и теперь, когда я спрашиваю людей, которых встречаю, что у нас в Средиземном море нету рыбы из-за Хрущева, вот это такой вопрос, на который я не помню. Может быть, один человек ответил.
Вот. Значит, вот это Асуанская плотина. Великая Асуанская плотина. Вот она на карте показана. Ну да. Вот ее расположение, как говорится, в большом масштабе, где мы видим Израиль, Кипр и все остальное. Она довольно далеченько от устья. Она на границе Египта и Судана, по-моему, да? Ну да, недалеко от границы, да, Египта и Судана. Причем даже более того, вот это водохранилище, оно ужасно длинное. Оно 500 километров имеет. А, да, я не знал. Вот такое огромное водохранилище. Видите, очень изрезанные берега. И вот эта нижняя часть, оно озеро Насера, Лейк Насер. Да-да-да. А верхняя часть, это уже алжирцы, по-моему, назвали. Ой, у кого хорошее зрение. Что-то написано. Ну, что-то написано, разберемся. Вот, и оказывается, что первые где-то 150 километров или 200, они уже под завязку забиты илом. Хотя вот египтяне с гордостью заявляют, а вот в их части все прекрасно. Озеро пока еще, водохранилище глубокое, и на 300 лет им хватит жизни хорошей. Но, к сожалению, когда была построена дамба, вот и тут я стал искать. Я знал, что искать у Гугла. Если не ищешь, то, что знаешь, эти вещи крайне трудно найти. Оказывается, вот я нашел такой линк, и оказывается, что сравнивают с 62 по 69. В 69-м это где-то конец заполнения. Сейчас, а ну сейчас на одну секундочку, вот тут сроки. Ну да, 70-м резервуар начали накапливать в 64-м, а закончили наполнять аж в 76-м. В 70-м был разгар накопления, то есть там довольно мало, наверное, вниз по течению. Ну, наверное, какую-то все-таки большую часть они вниз по течению должны пускать, потому что страна должна жить, пока накапливают резервуар. Ну, да. Но уменьшенное было течение, и мы видим, что улов рыбы уменьшился примерно в 4 раза. А сардины, вообще там у них катастрофа произошла с 18 в 30 тонн раз. До 600 тонн. И эти самые шримпы, эти креветки, да, тоже 8 раз, да. Сильно упало. Вот это такое яркое подтверждение. Вот надо искать и в других местах. Я где-то собрал много материала, но я пару дней готовил эти слайды, еще не весь выложил. Вот в других местах, где строили большие электростанции, большие плотины, надо найти похожая временная статистика. Она все-таки демонстрирует, что все-таки вроде бы это явно причина, да? Это при том, что это по всему East Mediterranean, это довольно большая область. Это не только, это не локализовано около Египта. Да-да, вот сейчас я вам эту область покажу более подробно. Еще через один слайд. И тут еще одна очень интересная статистика. Вот последнее наводнение, там сезонные наводнения, там ежегодные, но иногда они больше, иногда меньше. В 64-м году оно еще было мощным. И вот по нему статистика приводится, вот в статье, которую я нашел. Да, вижу. 57 миллионов тонн взвешенного материала. Это сразу я вам говорю, это намек того, что у нас тут есть инженеры, и мы должны начать обсуждать, как через плотину перебрасывать этот ил. Вот такое количество надо перебросить, от 60 до 100 миллионов тонн. Потому что то, что в Египте остается, это тоже важно. А кроме того, растворенный там фосфат или
растворенный фосфат и отдельно еще фосфат на частицах. Он, кстати, намного важнее, потому что он оседает на дно и там долго хранится. А вот этот растворенный фосфат, он быстро съедается или его уносит в море. И кремний, песок. Оказывается, я вам покажу, вот казалось, с песком две проблемы. Во-первых, вымывают берега Израиля, да, известно, что размывается пляж. Так вот, это простая причина. А вторая, оказывается, в море есть организмы, я немножко забегаю вперед, диатомы, это одноклеточные организмы, у которых подавляющая часть фотосинтеза в море, по-моему, больше половины, или даже значительно больше половины, хотя надо проверить, делается ими, а они, у них кремниевый скелет и фотонные кристаллы у них внутри. Вот, все, вот такие цифры. И дальше. А вот дальше такая для общей эрудиции картинка. Вот тут тем, кто хорошо географию знает, вообще, какие потоки впадают в Средиземное море. Вот это как раз, да, я хотел сказать, потому что меня интересовало, неужели один, даже, допустим, там с Нилом проблемы, но, извиняюсь, все Восточное Средиземноморье, это все-таки не один Нил. Да. Значит, смотрите, обратите внимание, я в каком-то месте вычитал, ну вот Аарон, я не знаю, знает об этом или нет, что вот между Италией и... Это Карфаген, это здесь где-то, да? Да, это здесь, Тунис. Это Тунис. Это тут есть еще и подъем дна. То есть это вот эти два резервуара, западный и восточный, они соединены только через поверхностные воды в основном, а глубинные воды там хуже перетекают. Угу. Вот. И вот эти все хорошие потоки, они в западном, хотя в восточный вот. А вот что это за две реки большие очень? Это По. Рон. Это По, река По в Италии. И Луара какая-нибудь. Нет, Луара в Сене, Луара в Пескаре. Подождите, а Рейн куда тебе? Это Рона. Это Рона. Рона, конечно. Вот удивительно, две такие намного менее известные реки. А посмотрите, тут шириной стрелки закодировано количество воды. Угу. И смотрите... Это пропорционально, да? Да. От Нила стрелочка поуже. Да. Наверное, это Нил уже после плотины. Я не знаю. Да, это естественно, после плотины. Внимательно посмотрите. Да, это 2004 год, да. Да. То есть там много остается и на полях Египта, и так далее, и так далее. Кроме того, Нил вытекает в открытое как бы пространство, а в такой закрытый, вытянутый... Адриатическое море, Адриатика. Да. Угу. Да. Правда, вот, Рона все-таки тоже в открытое пространство. И по-хорошему, вот эти места, они могут быть действительно рыбными, хотя и эти реки, я думаю, довольно сильно перекрыты уже. Рек не перекрытыми плотинами. Осталось, я вам тоже забегаю вперед, я искал, где, в какой стране есть неперекрытые плотинами реки. Оказывается, меньше всего перекрыто в Индонезии. И у нас будет слайд по Индонезии, подтверждающий наш тезис. Там, где не перекрыто, там намного лучше. А вот я следующий слайд вам покажу. Очень он удобный. Я просто вырезал кусочек этой планктонной карты. Видите, она с плохой резолюцией. И очень большая разница, да, между восточным и западным Средиземноморьем. Угу. Вот это как раз вот этот Карфаген и Италия. Вот эта смычка. И видно Адриатика, что там оно получше, да? Да. Видите, у самого берега там очень высокий. Да. Красный. Да. Вот. И наше замечательное Азовское море, оно даже на эту карту тоже попало. И мы видим в дельте Нила. Азовское море, там кстати, там это Дон, правильно? Да. Дон, да. Да, Дон.
Впадает ли там еще что? Там еще какие-то реки. У нас... Ну, какие-то, может быть, да. Но есть из Мариуполя хороший знакомый Анатолий Анибица, который и моряк, и знаток морей, большой, большой эрудит. Он нам все про Азовское море расскажет. Кстати, у меня тут вопрос. Там, кстати, у меня что-то... Черное море почему-то не так сильно, хотя там, в общем, Дунай. Вот. Вот правильно. Очень здорово. Александр, вот сейчас пришел момент вернуться на минуточку к Азовскому морю. Что за загадка? Ну, Дон, но речка. Может, на ней тоже какие-то плотины есть. Что же оно такое хорошее? Да, ну, нет. Оказывается. Ну, да, то есть Дон, по-моему, это не такая самая река. Да. Это даже не Волга. А что ж хорошего в Азовском море? Оказывается, что в нем хорошего? Вы знаете, какая у него средняя глубина? Скажите, и я отвечу. Любую цифру произнесите. Ну, 10 метров. 30 метров. Вот Александр ближе к истине. 10 метров. Средняя глубина, максимальная, по-моему, может 20 или 30. Но и что происходит? Вот эти питательные вещества, которые в других морях, они приносятся реками, немножко живут на береговом шельфе, а потом уходят в глубину и исчезают, если только подъемные морские течения не поднимают их где-нибудь, может, в других местах или в этом же месте, то в мелком море ситуация намного лучше, потому что оно оседает там, червячки разные и прочая живность, и бактерии их перерабатывают, и оно снова поднимается наверх и остается в этом пищевом цикле. Вот. А Средиземное море еще и плохо тем, что тут идет именно наш район, что тут идет поверхностная циркуляция, тут идет, сейчас это против часовой стрелки, вот так, как я показываю мышкой, течение, вот такое вращательное течение. С чем оно связано? Оно связано из приливом из Гибралтара. Одно слово в целом о Средиземном море. В Гибралтаре уже проблема, потому что поверхностная вода нагоняется ветром, видно, тут западные ветра, да? В море, а донная вода уходит обратно. Известно, что питательные вещества, они как раз идут вниз, а сверху съедаются живыми существами. То есть питательная вода, которая хоть какое-то количество есть, она уходит в Атлантический океан, а поверхностная, менее питательная. Видите, Атлантический океан, он тоже довольно синенький тут снаружи, да? Ну да. В общем, оно совсем в плохом состоянии. То есть тут, наверное, питательные вещества, если идут, то идут с реками. А здесь, в Восточном Средиземноморье, еще и циркулирующее питание, течение, которое поверхностное. Тут нету подъема нигде из глубины. Но мы видим, что в дельте Нила, вот при этой резолюции, вот это дельта Нила, что там все-таки красненькое есть. Чуть-чуть там и озера, которые иногда спускают, и так далее. А когда Нил разливался, вот где же это у меня? Где-то у меня было на каком-то слайде. Ну ладно, я на словах скажу, потому что я потерял. Во время паводка Нила было так называемый Нил-стрим, как есть Гольф-стрим, да? Было морское течение Нил-стрим. Оно было довольно четко обозначенными границами, шириной порядка 15 километров, и могло доходить до Кипра и до Турции. И еще вот эти течения, вот это циркулирующее течение, еще и сносило его вдоль израильского и ливанского берега. То есть это вот это событие, которое происходило раз в году, оно
огромное количество питательных веществ и песка приносило, и жить было намного лучше до Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, что делать, все-таки Египту Асуанская плотина дала очень много, потому что, ну, сохранила большое количество воды для земледелия, которое просто уходило. При этом это питательная вода с Нилом? Ну. С Илом, я извиняюсь. Ну да, да, у Египта проблемы ужасны. Я не успел, этот слайд у меня был в моих архивах. В пойме, в дельте Нила, там есть намытые острова, которые большую часть плодородной земли составляют, и они сейчас с большой скоростью размываются морями и исчезают. Потому что они как раз жили за счет этой намытой почвы. Ну и кроме того, сама территория Египта намывалась этим илом, и сейчас им приходится удобрение компенсировать удобрениями. Ну, хотя в целом они говорят, что урожай у них получше, потому что круглый год они обеспечивают воду. Паводок только на один сезон обеспечивал воду. Но так они могут больше, чем один урожай в год. То есть в среднем урожай у них все-таки выше. Вот как перебросить? Можно ли перебросить 100 миллионов тонн на, ну, если хотя бы до плотины, на 300 километров. Вот либо трубу какую-то хитрую по водохранилищу тянуть, либо баржами, земснарядами, баржами какими-то медленными. Вот что? Ну, ладно, это мы к инженерам. Да, это. Это к инженерам должны обращаться. 100 миллионов тонн – это 100... Это 10 в 8, да? А 10 в 8, да. А зачем вам эти 8? 100 миллионов? Ну, чтобы куб легко извлечь. То есть 10 в 3. 10 в 3 – это кубик по километру. Кубический километр. Или там 1 десятая кубического километра вы хотите. Ну, да, это немало, это так, да. Мало и, не попадает. И это в сухом виде, наверное, если какой-то пульпой, это может раза в два стать еще больше. Вы понимаете, вот нефти все-таки по этим большим нефтепроводам соразмеримое количество перегоняется. Я когда-то смотрел, что нефть, ну там, если учитывать, что откуда-то из Западной Сибири ее гонят в Европу, так, вот кто скажет примерное расстояние, чтобы мы не искали в Гугле, от Западной Сибири до, не знаю, до Германии? Ну, я думаю, что где-то 3-4 тысячи километров. Короче, до Германии побольше. Вот я где-то прикидывал, почему-то у меня где-то 5 или что-то, тысяч тысяч. Короче говоря, у меня получилось, я где-то нашел цифры, сколько стоит доставка нефти. Короче, у меня получилось, что одна тонна на 200 километров стоит $1. И если так, если бы тут было 200 километров, это, ну, не так дорого. За 100 миллионов долларов можно было бы спасти дельту Египта и Средиземноморье. А может, кто-то придумает еще дешевле это сделать. И это же не только, вы же понимаете, что это как пример, это весь мир гибнет. А сколько там реально расстояние? Там порядка, наверное, километров 600-700? Здесь? Нет, 200. Не-не-не, вот это все водохранилище, оно около 500 километров. А. Первые почти 200 километров забиты илом, то есть его можно начать до... Добычу ила, грубо говоря, 300 километров или 400, или 350 плотины. Да, что немцы перевозили из Украины чернозем в Германию. Ну да. Да. А мы можем часть в Израиль везти, кстати. Этот ил бесплатно. Не спасибо только скажут каждому, кто немножко возьмет. Потому что у них же забивается водохранилище. Это большая проблема.
И там намного тяжелее это было делать. Им нужно было грузить и так далее. Это все ручные или там, ну, не совсем ручные работы. Ну, а тут, видимо, можно найти какой-то такой... Да, какой-то земснаряд или что-то. Ну, вот да. У нас много энтузиастов. Может, они навалятся и что-то придумают. Что еще? Так, это уже было. Это уже было. Индонезия. Вот я искал. Это тоже Google мне помог. Я стал искать и по каким-то статьям, а где меньше всего плотин. Значит, вот написано, только можете меня проверить, надо посмотреть, какой источник есть. Вот. Только 1% от этих осадочных пород, которые несут реки, они перед плотинами оседают. И Индонезия — это та страна, в которой мировое потепление и загрязнение океана и увеличение СО2 хоть бы хны. У них уловы рыбы, обратите внимание, во всем мире понижаются. А у них с 2015 до 2019 с 12 до 25 миллионов тонн увеличилось. На душу населения, наверное, это самое большое. Сколько там? Почти 300 миллионов, да, Индонезия? Нет, там 215, 220, где-то там. По-моему, побольше. По-моему, это же растет. Александр, ну вот вы имеете возможность. Одну минуту. Вы имеете возможность посмотреть. Вот она здесь на карте, если кто точно не помнит географию. По-моему, еще этот большой остров, это тоже к ней относится, да? 280 миллионов. О, видите? 280, да. Уже к Америке. Она скоро Америку. У меня данные, что 267, 200. Ну, да. Ладно, примерно. Кстати, большие, хорошие новости. Индонезия – это же самая большая в мире исламская страна. Да. И я обнаружил... дочка моего знакомого, Тед Беллман, такой есть активист в Иерусалиме, а его дочка спасает Африку, все развивающиеся страны, там в ООН где-то там большой активист. Так, действительно умело действует. Я обратил внимание, она проводила конференцию там по использованию ресурсов земных, природных, израильско-индонезийскую конференцию в Индонезии. Или международную, в Индонезии. То есть, если к Пакистану еще и они присоединятся. Они сунниты или шииты? Сунниты. Сунниты. Ну, вот. Так что, значит, у них все хорошо. И вот эти... Как это перевести? Seagrass beds, это типа водорослевые какие-то... Угу. Такие площади большие. Сиграсс, да, это, да, это водоросли. Вот. Это водоросли. И мангровы. Это замечательная вещь. Это у меня на следующем слайде. Угу. Потерпите. Это я только узнал. Аарон, наверное, знает об этом, как географ. Два самых важных организма будут на моих следующих слайдах, которые определяют. Ну, это не организм, это как бы группа организмов. Группа организмов, которые определяют жизнь в морях и океанах. И коралловые рифы там устойчивы. Вот этот большой коралловый риф у Австралии, он гибнет, да, он где-то здесь. Он тоже не очень далеко. А там какая-то Будёркин речка есть, такая среднего размера. Австралийцы взяли ее и перекрыли. Они же не знают, что речка риф питает. Они перекрыли там, чтобы воду и ирригацию сделать. А индонезийцы вот меньше перекрывали. Почему? Я надеюсь, что они не станут догонять остальных. Вот. И вот устье рек, то, что мы говорили на примере Египта, когда река несет много материала осадочного, устье – это вообще это благо для любой морской жизни. Так, и вот переходим к мангровам. То есть есть статистика, что в устьях рек морская жизнь явно... Вот такие же карты, которые показывают, что в устьях рек, которые не перекрыты,
там живности намного больше, да? Да, 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 да. Да. Угу. И в Америке, вообще на Западе сейчас замечательный период, опять же, забегая вперед, этого нет на слайдах, многие плотины превысили возраст 50 лет. А 50 лет – это более-менее стандартный договор подписывался с владельцем плотины, между владельцем плотины и штатом. Вот, а дальше договор надо перезаключать, и плотину надо проверять, ремонтировать, если что. И стали сносить часть плотины, там все оживает, и в самой реке, и в устье реки. Вот. А что такое мангровы? Я не знал, я о них не знал. А кто знал о мангровах? Ну, это известно. Как... Подождите, ну, Аарон знал, а кто еще? Нет. Мне интересно, если присутствует. Я первый раз слышу, да. Вот. Нет, Александр. Я знаю про них. Вы невнимательно читали Жюля Верна. Вот пополам. А я услышал лес. О своего товарища, который порты строит и так далее. Это растение, ну, это тогда только для Владимира. Это растения, которые растут, это деревья, которые растут в морской воде. Это удивительно. Они корни в морскую воду, они могут на болоте расти, и даже на пляжах, да, они могут расти просто в грунтовую морскую воду, пускать корень, да? Кто-нибудь знает. И они, их продуктивность по усвоению углекислого газа в 5 раз больше, чем у джунглей. Да, да. А почему? А почему? Тут важный вопрос. Причина очень простая, как мне видится. Ведь джунглям неоткуда получать минеральные вещества, фосфор. Там все идет по кругу. И поэтому новые биомассы они не могут производить. Там они вырастают, потом это гниет, опять вырастает, опять гниет. И по дороге животные там съедают, умирают, и рождаются новые и так далее. Угу. Ну, понятно, то есть замкнутая система. Да, а здесь от реки идет большое количество минеральных веществ. И мы еще с Аароном обсудим, что это, видимо... Основной источник – это горы, да? Какие-то открытые породы должны разрушаться, размываться, чтобы это все образовывалось. Я не очень чувствую, что на равнине, где река течет уже через осадочные породы. Ну, Аарон, это... А что, вы можете хоть слово сказать? Или это трудно, наверное, да? О чем? Откуда идет вот три основных вещества, элемента жизни несут реки. Фосфор, кремний и железо. Ну, три базовых, там, может, есть еще, но железо, это... Железо. Вот, эти три вещества. У меня подозрение, что все это в основном из гор приходит. А потом уже вторичным образом распределяется по равнине и так далее. Мы можем открытым оставить вопрос, а потом еще дополнительно обсудим. Или кто-то из слушателей услышит на YouTube и что-нибудь нам расскажет в комментариях. Вот. И вот эти мангровские леса по миру, они исчезают. Пытаются обвинять деятельность человека, что на берегах осушают болота там, строят города или там поля, или делают какие-то фермы. Но я думаю, основная доминирующая причина в другом, что вот эти осадочные породы не идут в море, и вот эти все территории просто-напросто размываются морями. Это базовый процесс. Их, например, в Средиземном море тоже много мангров? Я не знаю. По-моему, там нет. А? Нет, по-моему, там нету. Может, ну... На пляже какие-то растения растут прямо на песке морском. Какие они, что разбираться надо? Ну, вроде это не доминирует. То есть, если я правильно понял, мангровы растут прямо на соленой воде, да? Да, да, удивительно. Если это не то, что они через воду пускают корни, и там нет, под водой... Нет, нет, нет.
Нет, там везде соленая вода. Вот, вот тут на самом деле можно сейчас тогда в этом случае, это будет очень любопытно. Я посмотрел основные страны, где есть мангровые деревья. Вот Индонезия тут намного-намного выше. То есть на первом месте. Да, да. То есть это, значит, 23 тысячи квадратных километров. Вот, вот у меня... На втором месте это Бразилия, где только 7500. Да, вот у меня даже... Ссылочка. Рядом Малайзия, там 4 и так далее. Кстати, вот тут практически развитых стран нет, кроме Соединенных Штатов, где всего 1500. Да. Угу. Вот у меня первая строчка, обратите внимание, это в каком-то отчете. А почему? Что около 3 миллиона гектаров. И самое главное... Самое главное, что в Индонезии они сохраняются, они не сокращаются. 3 миллиона гектаров – это 30 тысяч квадратных километров. Ну да, ну видно. Ну да, знаете, у меня вот данные за 2014 год 23, ну в общем да. А поверхность эти самые, так называемые, это в лесах, а это вот тоже называется биома, там 42. Ну в общем понятно, что это где-то посередине. А чем Индонезия такая специальная? Почему у нее такой высокий пик для этих мангров? Во-первых, насколько я понимаю, в основном, если я вижу, что они сосредоточены, в основном в тропических странах. Да. Ну окей, да. Кроме того, они там не разрушаются. Еще раз, почему? Вот из-за этой строчки, которая здесь. Сейчас, одну секунду. Вы видите строчку? Да, да. Только 1% от осадочных пород остается в водохранилище. Вот надо на них молиться, с ними конференции много проводить и объяснять, что им лучше солнечную энергию, а водохранилище не строить. Нет, это означает, что, предположим, 50 лет тому назад или 100 мангровы росли всюду. Ну, я так вам скажу. Похоже, что их площадь вот за эти 40-50 лет в два раза уменьшилась. Катастрофа, настоящая катастрофа. Но в два раза все равно этот пик не нивелирует. Пик в Индонезии какой-то колоссальный. А, ну хорошо, отдельно. Я согласен. Значит, есть информация для размышления, я согласен. Согласен, Владимир, спасибо. И что дальше? Кстати, в том же Египте они это самое, они защищены. Ну, в устье Нила их могло быть довольно много. Но это не Нил, это Красное море. А. Ну хорошо, будем разбираться. А, на Красном море они растут? Да. О, здорово. А там даже нет. Это отдельная тема. Это отдельная тема, почему в Красном море есть жизнь. Это я вам еще два слова скажу как намек, потому что много времени нет, но чуть-чуть есть. Все. Значит, но это зависит еще от ветров. Это правильно, правильно. Это будет на моем последнем слайде, вы очень правильно говорите. А, теперь, о, еще одни замечательные. Два замечательных организма, которые, это не организм, а целые большие группы организмов, которые определяют жизнь в океане, о которых я в школе ничего не учил. Диатомы. Они как ювелирные изделия. Это одноклеточные организмы. Вот это одна крупным планом, а это вот разнообразие. Они очень разные бывают. Это они очень красивые. Есть любители, которые под микроскопами из них делают мозаику. Делают микроскопические ювелирные изделия. Они действительно имеют такой кремниевый скелет, и расстояние, характерный размер этих кремниевых волокон, он похож на длину видимого света. Класс. И эти кремниевые волокна, они умеют направить свет в определенную область, и то место, где находится хлорофилл, то тело, то ли оно мигрирует, то ли свет мигрирует, я уже забыл, я когда-то это немножко с
посмотрел. Вот то, что называется фотонный кристалл, это самый писк сегодняшней физики, делать такие наноструктуры, которые правильно обрабатывают свет. И как я понимаю, что Владимир довольно близок к этой области, как физик, да? Ну, прямо к этой области нет, но да. Вот. Но это интересная штуковина. И оказывается, они настолько эффективно умеют использовать свет, они распространены по всему океану и в арктических морях, кстати, огромную роль. Они умеют там, где мало света. Но и не только. То есть надо проверить цифру, но вполне может оказаться, что порядка половины или больше половины всего усваиваемого углекислого газа – это они. Но им нужен кремний. Там, где нет кремния, им плохо. Но что они даже умеют делать? Есть донные диатомы, которые умеют оседать на песок и кушать его. Вот казалось бы, кому нужен песок? Оказывается, есть существа, которые его кушают. Они умеют на дне усваивать этот кремний. А вот когда песка не приходит, и там обнаженная порода, которая не кремниевая на дне, на которой трудно зацепиться, вот одна из причин упадка. И вот одна еще очень важная вещь, о которой Владимир, да, говорил о ветре, да? Если ветер дует с берега на море, то он гонит воду от берега. И вода из придонных слоев поднимается вверх. А что получается? Наверху вещества пищевые съедены, фосфор, и азот тоже, его в глубине больше, хотя можно его из воздуха. Но фосфор и там кремний и так далее. А вот из глубины они поднимаются, и в тех местах океана, где есть такой подъем, там много жизни. Можем на секундочку вернуться к этой карте? Вы говорите, это про Красное море, да, имеете в виду? Это, скорее всего, может быть в Красном море, а также очень многих, вот смотрите, тут Сахара, вот эти западные побережья Африки и западное побережье Америки. Очень много в мире таких регионов, где идет подъем. И, кстати, вот та же Индонезия, там часть за счет рек и так далее, а какая-то значительная часть за счет подъема. Там есть места, где поднимается глубинная вода. И еще... А вот восточная часть Африки, там, почему там этого нету? Там резко по-другому? Ну, все зависит от доминирующих ветров. Ну, хотя удивительно, да? Мадагаскар. Ну, во-первых, тут масштаб такой. Вы знаете, если кто-то сможет разыскать подробные карты этого планктона. Вот это единственная более-менее нормальная карта, которую я нашел. А мне очень интересно посмотреть, и что у нас возле Эйлата происходит. Хотя возле Эйлата есть еще одно явление. На этом разломе африканско-сирийском там есть еще и подземные источники соляные, вот которые Мертвом море, например. Они еще могут давать минеральные вещества. Разделить то, другое и третье очень важно. И в океане тоже есть такие места, где глубоководные подземные источники идут. Ну вот, почти все. А, вот я еще это самое хотел сказать, что донная жизнь, она очень важна. Значит, огромное количество биомассы, оно на океанском шельфе. Шельф – это там, ну, грубо говоря, до 50 метров глубины. Лучше поменьше. По-моему, чуть ли не 80% вот этих углеводородов
они на шельфе. Почему? Потому что тут повторное использование происходит. Что-то оседает вниз. И если еще из рек, то тут для шельфа очень важно, чтобы из рек приходил песок и частички, которые долго живут и могут перерабатываться. Если оголяется, свет уже не приходит. А? На больших глубинах уже свет плохо. Да, а вот на шельфе еще и там не только свет важен на шельфе, потому что фотосинтеза может там и довольно немного, и на глубине 50 метров, но там происходит миграция веществ. Вот тонные организмы, они просто перерабатывают органические вещества, и каким-то образом идет подъем, я не знаю, может, организмы поднимают. Есть вообще организмы, которые мигрируют вверх-вниз? Там... Ой, это к нам кто-то присоединился? Нет, нет. Миша, покажите еще раз, пожалуйста, карту вот предыдущую. Планктона? Да. Она предыдущая, но наверху сейчас. Это самая важная карта. Я сейчас, секундочку. Вот, нет, мировую карту. Я там знаю, где... вот она. Да. А, вот посмотрите, вполне возможно, что еще и течения очень сильно влияют, Гольфстрим. Потом в этом Индийском океане тоже течение идет по... и оно смывает или что-то там. Вот этот Мадагаскар, он полностью... У него почти ничего нету. Ну, можно там... Да, это надо проверить. Если какая-то тонкая полоска вдоль берега, это все надо проверять. Но идея такая, поверхностное течение может и несут что-то, но довольно мало. Поверхностные течения хороши тем, что они в какой-то момент ныряют в глубину, а глубинные, а глубинные массы где-то начинают подниматься вверх. А вы не, а вы не пробовали наложить... Вот я, кстати, можно я нашел еще парочку карт, если можно? Да-да. Вот. Я не знаю, можно это как-то тогда переключить на этот самый? Хорошо. Сейчас, одну секундочку, Александр, я, может, пару слов я должен подумать завершающих, если у меня пару завершающих слов. Насчет континентального шельфа и даже немножко более глубинных мест. Знаете, оказывается, кто перемешивает глубинные воды с поверхностными? Киты. Киты. Да? Киты ныряют на очень большую глубину. Кстати, не только киты, есть еще и китовые акулы, которые тоже на очень большую глубину ныряют. Захватывают там разную живность на дне живущую, а потом поднимаются наверх, и выделение свое они делают наверху. То есть все вещества минеральные, которые были в этой живности, а китов, а вот в чем еще механизм катастрофы, что киты, их становится мало рыбы, то есть уменьшается. Почему мало китов? Не потому что рыбу перелавливают или китов убивают. Их уже полвека, по-моему, не трогают, а может и больше. Им кушать нечего. Им кушать нечего. Биомасса в океане уменьшается. И, соответственно, все. Так, сейчас я посмотрю, Александр. Посмотрите на этот слайд. Я как бы немножко summary такое сделал. Если все уже, о чем мы сказали... Ну вот дамбы на горных реках в Черном море. Упадок в Черном море должен еще хорошо быть проверен. В чем аргументация тех, кто говорят, что не важно, вот перекрыли фосфор, да? А с полей много фосфора смывается.
и с реками сейчас, может, даже больше фосфора идет в океаны и моря, чем шло раньше. Но это не, похоже, не в той форме. Это та форма, mm-hmm. которая, может, дает цветение на поверхности. А вот этот живой донный слой, он действительно нуждается вот в этой правильной массе mm-hmm. вещества такого осадочного, свежего. И mm-hmm. вот это тема для исследования. Все, отдаю, останавливаю шеринг. Можно, да, Александр? Да-да-да, можно. Нам? Я от других. Можно, да? Да. Владимир, Аарон? Да-да-да. Все, я делаю стоп-шер. Все, я остановил. Так, теперь я делаю тогда, потому что я переключаюсь на шеринг. Да. Вот. Видите, вот это вот, вот карта. Красиво, да. Вот. Ну вот, вот примерно видно, где это, где находится. Ну, в общем, тут совершенно четко. Это глубины, да? А, это планктон, нет, это... да. Да, это планктон. Это похоже на ту карту, причем такими же цветами закодировано как-то. Угу. Да, ну немножко другая, да. Синий – это там, где мало, и красный – там, где много. Угу. И фиолетовый – там, где совсем мало. Да. Ну, вот видите, вот тут вот это довольно приличное количество. Где? Сейчас. Вы не путаете, фиолетовый – это совсем мало. Да, фиолетовый – да-да-да, это… Это когда фиолетово. Да. Да. Где вы увидели хорошее количество? На этой карте... Вот, я вижу вдоль побережья, допустим, Северной Америки. Ну да, вот там идет вот это... Вы не могли бы зум немножечко увеличить? Вот. Поднятие глубины. Нет, она не увеличивается. Ну нет, так уже нормально, да. Вот. А вам, я прошу прощения, вы не пытались наложить карту фитопланктона, концентрации, на карту подводного рельефа, ну, глубин, собственно. Да, да, у меня такой же вопрос. Но не только глубин, но и течений, и ветров, да. Да. Вот, Аарон, я совершенно рад тому, что вы говорите. Это говорит, что я зацепил, и тема у нас, может быть, найдет развитие. Просто mm-hmm. прекрасно, просто прекрасно. Mm-hmm. Все. Какие еще мысли, комментарии? Не обязательно наложить, может наложить, это и технически там требует времени. Но сопоставить. Показать рядышком, да, вот эти четыре карты, глубин, ветров и течений. Да, есть еще там, вот эта карта. Но есть самая главная карта. Там, это карта, где понимаю, показано, где идет подъем воды вверх и где опускание вниз. Там mm-hmm. действительно есть довольно-таки соответствие. Насколько я понимаю, насколько я понял у Владимира тоже, там должно быть три или четыре карты, то есть которые, каждая из которых является слоем. Ну, которые можно накладывать один на другой, смотреть, как одна карта просвечивает через другую. То есть просто это достаточно технически. Вот у Александра вверху хорошая карта, да? Вот видите, вот это вот очень хорошо расписано. То есть это вот, да, действительно. Ну, не совсем. На моей карте большая разница была. Тут вот. Черная от Азовского. Персидский залив и западное побережье Африки. Кстати, сейчас мне уже понятно, почему там Сомали и прочее вот это стало. Вот действительно Индонезия очень высокие. Вот там около... северо-китайское, то есть это Желтое море. Китайское море, Желтое море. Вот, и вокруг японских островов. А обратите внимание на Южную Америку. Какой ее восточный берег, разительный срыв. Внизу, в северной части, очень красно. Вы поднимаетесь наверх, ничего нету. Ну, здесь это побережье Уругвая и Аргентины. Здесь Рио-де-Ла-Плата. Кстати, очень любопытно, что в Чили, кстати, не самое южное, а вот выше немножко.
Перу и так далее. Но это все-таки я хочу заострить внимание, это вы... мы сейчас концентрируемся на неантропоморфных факторах, а все-таки жизнь в два раза уменьшилась за последние 50 лет. И это шельфы, те, которые зависят от рек. И это та среда обитания, которая с реками связана. Она гибнет. Мы знаем, что и в Черном море уловы намного меньше. Миша, если она по всему земному шару уменьшилась два раза, то локально, там, где реки именно перекрывались, она должна была уменьшиться в 20 раз. Ну вот это, вот эту статистику надо собирать. По-моему, да, я понимаю, смотрел. Нужно собирать. Вот, кстати, вот здесь, между прочим, это сколько улов? И где он в основном происходит? Угу. Ну, совершенно четко. Это вот вокруг Европы, Северное море, там Балтика и так далее. Угу. Вот. И дальше вдоль Атлантического побережья. И точно так же вдоль побережья Восточной Азии. И вот Индонезия. Там тоже есть. Вот в частности... Индонезия, Филиппины, вот это все. И, кстати, и Западная Индия. Это где в основном это самое происходит. В частности, очень важно... гибнет или сильно уменьшается вот этот большой коралловый риф, да, барьерный риф возле Австралии. И разные гипотезы выдвигаются. Дело в том, что риф, он очень умеет экономно использовать те вещества, которые у него уже есть. Тем не менее, какой-то разумный приток ему все-таки требуется. И вот эти наводнения от этой Будёркин или какая-то там река, которые большие наводнения местного характера, они шли там раз в какое-то количество лет. Поставили водохранилище, этих наводнений нет. Это как рабочая гипотеза. Я еще раз хочу сказать, что это требует проработки, проверки, доказательств. Но никакой другой рабочей серьезной гипотезы, почему жизнь упала в два раза, относительно того, что это углекислый газ или потепление, я являюсь большим скептиком. Это понятно. В общем, мы все в этом плане большие скептики. Потому что озеро Виктория и Азовское море, загрязненные и прочее, они прекрасно процветают. Вот, кстати, очень неплохая карта тоже, она более... Я вот думаю... Это самая концентрация филопланктона. А, ну, то же самое. Да. Похожая карта. Ну, совсем похожая, практически то же самое. И хочу обратить внимание в той таблице, что я показывал. Кстати, та же самая. Есть еще Аральское море, которое гибнет, которое страшно. Там все ужасно. И в нем 30 килограмм рыбы с гектара. При том, что в Черном море, там в прекрасном синем Черном море, 2 килограмма в Средиземном. Ну, ладно. А что с нашим Средиземным? Ну, оно довольно прозрачное. Кстати, там в этой одной из статей, которую я читал, говорили наоборот, Восточное Средиземное море очень прозрачная вода, потому что там мало жизни, мало планктона. Есть такой способ, там белый диск, у него даже есть особое название, его опускают на все большую глубину и смотрят, начиная с какой точки, ты его сверху уже не видишь. Я прошу прощения всех. Аарон, мы вас отпускаем. Да. Соединяйтесь. Все, рад был видеть, Владимир, рад был познакомиться. Да, все. Приятно. Okay. Включил. Вы всегда сможете выделить. То, что заметил Аарон, что вот нужно несколько карт, которые мы могли бы накладывать. Да, это как тул, да, это как конечно. Да, прибор, которым пользоваться. Кроме того, вот
так как вы связываете конкретно с реками, то этот эффект должен быть многократно умножен прямо рядом. И если находятся какие-то места, где это можно проследить, что вот до того, после того, прямо... Вот, более того, именно во времени, вы правильно сказали, да. Отслеживать время. Да. Вот так как с сооружением Асуанской плотины, вот удалось эту информацию получить. Да-да, согласен полностью. Во времени, не только в пространстве, но и во времени. Да-да, во времени это... Ну вот такую информацию надо собирать, надо с экологами пообщаться, да. Сделать второй круг этой диссертации. При этом, например, озера, ну вот наш Кинерет, да? Да. Если углубиться, я так думаю, в временную историю конкретного озера, то будет ясно, что Иордан там впадал какие-то годы, он почти пересох, или еще что-нибудь в этом духе. И что получалось в результате? Ну, это просто близкий пример. Кинерет, кстати, мне кажется, должно быть довольно плодовитым. Вот я не знаю, кто-то сталкивался с рыбалкой на Кинерет еще с библейских времен? А как нет. Сейчас там в последние годы? Кто-нибудь знает? Нет, что я вам присылал, Миша, да. по Кинерету, там куча информации. Так как, что, именно как, рыбалка сколько... хорошая там или нет? Рыбалка, да, я вижу на Кинерете, рыбаки стоят. Это ни о чем не говорит. Это психология, да. Надо смотреть, сколько у них ведрей. Да. Но эти данные очень подробные на Кинерете. Да, сколько планктона, на какие минералы, как они по времени меняются и так далее. Поэтому это вы сможете найти... Нужна группа соратников. Понятно. Группа соратников. Я надеюсь, я готовил очень интенсивно 2 дня, а собирал информацию несколько месяцев. Там у меня еще есть какое-то количество, которое я не выложил на эти слайды. Миша, а что явилось для вас вот таким щелчком? Мне было обидно, что нельзя половить рыбу в Хайфе. Ага. Я увидел, и я задумался, что планктон. И стал в Гугле смотреть на карту планктона. Понятно. Окей, я задам вам совсем другую сторону вопрос. Так как вы оба иерусалимца, Миша, вы любите ловить рыбу, наверное, вы любите и собирать грибы. Вы пробовали где-то собирать грибы в Иерусалиме? Нет, или рядом? Я под Хайфой собирал. Ага. Так, вот тогда это самое.